Весна подогревает наши чувства и эмоции и побуждает отправиться в очередное путешествие, чтобы увидеть что-то новое, дает возможность помечтать и желание созидать. Весна – это время надежды, что завтра будет немного лучше и еще теплее. Пение птиц манит вырваться нас из замкнутого круга. Работа, дом, работа. И жить завтрашним днем – это не наша цель. Действовать нужно прямо сейчас. Деревья обеспечивают нашу планету кислородом. И лесной воздух наполняет наши легкие и дает возможность почувствовать себя живым. И жизнь – это только возможность. Как человек будет распоряжаться своей возможностью, зависит только от него. Это возможность – совокупность времени и энергии. И пока ваша энергия бьет ключом, тратить время как-то не хочется. Конечно, встать ранним утром выходного дня и отправиться в путь – это нелегко. Это трудно, но стараясь избавить себя от трудностей, ты лишаешь себя и возможностей. Те, кто закрывает глаза, увидит только грезы, что тоже иногда очень нужно. Но сегодня я нашел в себе силы, чтобы быть на ногах, когда появились первые лучи солнца. Я отправился через утренний лес, между вековыми деревьями, по лесной тропе. Она выведет меня к небольшой лесной реке, а она меня проведет к одному из лесных водопадов. В лесу встречается много поваленных деревьев. Есть небольшие заболоченные участки. Такие места идеальны для того, чтобы остановиться и немного отдохнуть. Здесь не нужно ничего искать, просто смотреть. В наше время людям недостает возможности смотреть на все, что нас окружает, и видеть, и замечать. Иногда задавать себе вопросы. И мы можем становиться лучше только тогда, когда сами этого захотим, и никак не раньше. Наш разум, он не включает в себя все наши вещи. Это только аксессуары нашего мнимого комфорта. Наш разум не включает даже наше тело. Он забывает про него. Оказываясь в таких местах, ты ощущаешь чистоту жизни без разных лишних атрибутов и погружаешься в состояние гипноза. Вот уж лесная река погружает меня в настоящий момент, как ничто иное. Это время переосмыслить всю ту информацию, что накопилось в моей голове за предыдущую неделю. И это лучший момент, чтобы выбросить все
все ненужные мысли прочь. Мы всегда живем в настоящем мгновении. И я принимаю реальность полностью, ощущаю ее. При таком погружении этот момент становится частью тебя навсегда. И здесь, на берегу реки, мы погружаемся в другую реальность, полностью отличающуюся от нашей ежедневной суеты. Впитываем тишину и покой. Несмотря на быстрое течение воды в реке, ты воспринимаешь все это, как будто в замедленной съемке. А через пару минут, сидя на берегу, ты перестаешь замечать и этот шум. Звуки реки превращаются в абсолютную тишину твоих мыслей. В такой момент я воспринимаю окружающий пейзаж как картину. Великий художник изобразил все настолько профессионально, что река ожила. А зеленый лес глубоко затягивает мои мысли и вызывает водоворот чувств. Бегущий поток воды перетекает через крупные камни и разбивается о них, давая хрустальные брызги и потоки белой пены. И я замечаю все мелочи. Это звуки, плеск воды и пение птиц, запахи хвойного леса и влажной травы. Это виды, бурная река, вековые деревья, грибы и земля. От всего этого ты становишься абсолютно спокойным, впадаешь в транс. Это вам не бар и не спа-салон. Здесь перезагрузка совсем иная, более глубокая и настоящая. А отсутствие людей кругом умножает все мои эмоции на 2. Наступает такой момент, когда ты идешь, а мыслей нет от слова совсем. Все не так, как в городе, где 1000 забот. Купить, забрать, оплатить, обменять. И только состояние легкого голода возвращает мои мысли обратно. И сегодня я устроил себе хитрый обед. Я обжарил грибы с луком и добавлением специй и помидоров. И сделал бутерброды. Любые грибы – это очень сытный вид пищи. Их называют лесным мясом. Такие бутерброды отменят ваш голод надолго, зарядят вас энергией. Жареные грибы – это всегда вкусно, а при добавлении лука и помидоров тем более. Запах очень сильный, просто сумасшедший. И как всегда, полной готовности
дождаться очень тяжело. С полученной смесью я сделал бутерброды. Обед действительно получился очень калорийным. Я просто иду и наслаждаюсь природой и чистотой разума. Я вроде бы должен устать, но силы только прибывают. После таких моментов на природе и жизнь в городе становится иной, размеренной. Куда-то уходит злость и тревога. Ты вроде бы можешь быть жестким, но ты сознательно выбираешь доброту. Ты чувствуешь контроль, а твоя мягкость – это не слабость, а сила. Все острые углы и шипы куда-то прячутся, и вы гораздо легче идете по жизни. Словно идеально гладкий шар катится по льду, сохраняя свою инерцию. После обеда и своих лесных прогулок я наконец добрался до водопада. Я еще раз убеждаюсь в том, что водопад – это удивительное творение природы, которое одновременно завораживает и пугает, наравне со вспышками молний. Течение воды в водопаде и шум полностью смывают с тебя все лишние мысли. В этом водопаде вода падает сверху и разбивается о камни на два потока. При этом создается ощущение, что вся вода кипит, как будто в котле. Бросай пельмени, и они сварятся. В воздухе зависли мелкие капли, и кругом все светится. А звук – это не шум, это песня природы, которая завораживает тебя и манит. Я смотрю на водопад, и мне хочется заглянуть за него, узнать, что он скрывает от меня за своими потоками. Для того, чтобы понять, что на самом деле вам нужно, ходите в походы, пусть и небольшие, цените природу и в ее звуках прислушивайтесь к себе. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Это важно для того, чтобы это видео не пропало на складах интернета.